Комитете по делам молодежи завершился прием заявок на конкурс «Большие надежды». За самую престижную молодежную премию этого года будут бороться около 50 человек. Принять участие в конкурсе разрешалось не всем, а только самым талантливым и одаренным молодым людям нашего города, у которых уже есть практическая реализация своих достижений. Список лучших огласят 8 ноября на церемонии награждения победителей. Они же и получат денежный приз в размере 18 тысяч рублей. Каждый раз мы собираем самых ярких представителей нашей молодежи по 5 номинациям, так как победители каждой номинации имеют право в дальнейшем выходить уже на региональный уровень и федеральный. Соответственно, каждый год те, кто считает, что свои амбиции не ограничиваются городом, и они достойны данной премии, приходят к нам.